Вот он, первый повод прямо сейчас. Встречайте. Наше главное, наше центральное, любимое предложение дня, специальное предложение дня, только сегодня плед царства цветов, который уже пахнет весенней коллекцией и по удивительной цене со скидкой аж 800 рублей. Цена действует только сегодня. Успейте забрать прямо из прямого эфира. На каждую мебель всем подойдет размеры 1,5 спальни, 2 спальни евро. Это все надежное, конечно, плед и по качеству, и по цветам, но подробности сейчас выясним. Юль, к слову о цветах, мне, конечно, хотелось бы поговорить и об их красоте, о том, как они преображают пространство вокруг. Да, наша коллекция представлена эксклюзивными дизайнами, я рада это вам сообщить. Вообще, мне очень нравится, что именно флористический дизайн удалось подобрать. Еще это... и в трех цветах, это у нас бежевая вариация. Давайте познакомимся еще с цветами. Вот этот вариант называется коричневый. Мне очень нравится, что все наши пледы буквально утопают в цветах, коричневый еще и с элементами, которые напоминают нам гипюр. Все это очень женственно, чувственно. Это принт, который в этом году популярен и моден, поэтому интерьер будем делать современным к 8 марта. Подберем еще и отличные подарки. Плед – это вообще символ дома и самый лучший подарок во всем мире, самый популярный, поэтому мы с вами сегодня молодцы и попадаем в десяточку. Так, это второй цвет, который у нас называется коричневый. При заказе, ну, мы видим, конечно, здесь оттенок основной лиловый. И у нас есть еще один третий цвет. Юль, я тебя прошу представить его. Мне очень нравится этот цвет. Пожалуй, я для себя сегодня выберу именно его. О! Вот эта вариация, которую мы задрапировали на диване, называется розовый. Ну, вы уже поняли, почему. Потому что утопает в изобилии королева цветов. Вот такой шикарный розовый. Итак, встречайте прямо сейчас по главной цене наше главное предложение дня. От 799 рублей. Смотрите, этот плед в трех цветах, коричневый, бежевый и розовый, у нас стоил почти 1500 рублей выше. Сейчас мы сделали скидку, скидка больше, чем цена, скидка более 50%, 799 рублей, 1,5-2 спальни и 1 евро. Ну и, конечно, цена со скидкой 800 рублей уже из-за цены я бы позвонила и взяла прямо несколько на подарки. Юль, но учитывая, что у нас такая палитра, и ты говоришь модные тенденции, вот расскажи, что сейчас актуально? Актуальное изображение цветов, актуально миксовать цветы с геометрией, у нас так и есть. Посмотрите, просто вот, ну, буквально фарфоровые оттенки у нас с вами. Мне очень нравится, что пледы с крупными цветами. Это прекрасно, потому что легко вписать в любую обстановку. Они будут диссонировать с другой какой-то, да, имя. Мебелью и другой тканью, которая у вас находится в комнате, потому что именно крупные, большие, шикарные букеты. Слушай, это здорово. И такие реалистичные, такие объемные, посмотрите. И реалистичные. Вот раньше на меховых изделиях не могли печатать такой реалистичный узор. Сегодня на велсофте, а это ворсовое полотно, возможно изобразить реалистичный узор. В нашем случае на коричневом цвете пледа царства цветов изображены пионы. А пионы — это символ достатка. Поэтому на подарок этот вариант будет просто отлично. Юль, ну получается, что это еще и дизайнерский рисунок, и лучшие подарки, но насколько надолго с нами этот рисунок остается, вот это очень важно. Мне хотелось бы, чтобы эти цветы и эти цвета великолепно смотрелись в вашем интерьере и служили нам долго. Ну вот, кстати, сейчас посмотрим, Юль, как работает в интерьере наш плед под названием «Царство цветов». Вы ведь, я знаю, выбираете самое лучшее. Вы из тех, кто разбирается в самом актуальном, и для вас модные тенденции. Совсем не пустой звук, поэтому Юля подготовила для нас любезно вот такую гамму. Но прежде всего царство цветов — это светлые оттенки. Посмотрите, у нас мягкая, нежная, очень женственная, чувственная палитра. Поэтому, конечно, любая комната преображается, любая комната становится гораздо просторнее. Изобилие светлых оттенков — это прежде всего простор и объем для комнаты. Ну и, конечно, с помощью эксклюзивного дизайна вы сможете преобразить комнату, потому что плед в трех размерах. И можно и на диваны, и на кресло драпировать абсолютно на любой мебели. Так, то есть наш дом с вами всегда актуальный и стильный, это важно. И только сегодня успеете забрать прямо сейчас. Ну, а наверняка вы, как и я, задумались, а как же сделать так, чтобы вот эти краски оставались с нами первозданными, яркими, вот такими же сочными и не смылись после. А я вот как раз приготовила уже для тебя эксперимент, и вас прошу, добро пожаловать в лабораторию качества. Будем проверять стойкость красителя. У меня закипела вода,
Я наливаю крутой кипяток. Смотрите, да. Запотели стенки нашей чаши. Да, конечно, только-только вскипел чайник. И мы с вами вот такую вот в агрессивную, да, среду помещаем сейчас плед. Будем его там купать. Кстати, смотрите, обращаю сразу ваше внимание на то, что он сразу не промокает. Это очень хорошо. Расскажу секрет. Здесь есть специальная пропитка. Пропитка антистатичная, водоотталкивающая. Ага. Это очень здорово, потому что не накапливается пыль, и плед, являясь даже ворсовым полотном, гипоаллергенен. Яркие, насыщенные оттенки, но водичка остается абсолютно, смотрите, прозрачной. Вот мы сейчас увидим. Да, вот на карточке как раз хорошо видно. Великолепно. Не окрасился, ведь если бы это был нестойкий краситель, вода бы стала или коричневой, или лиловой. Конечно, стала бы цвета этих цветов. Да. А здесь, смотрите, дома, конечно, вы будете стирать при температуре 30-40 градусов, но в данном случае мы при 100-градусной температуре это сделали, и яркость плед абсолютно не теряет. Наш модный дом остается на долгие годы таковым. По цене со скидкой аж 800 рублей. Скидка больше, чем цена. Цена за 3 размера, 1,5-2 спальные евро. Со скидкой аж 800 рублей. Юль, но мне, конечно, учитывая, что у нас размеры и 1,5-2 спальные евро, хочется понять, как мы можем применять наши пледы. И благодаря размерам, и благодаря тому, что это мягкий, нежный Wellsoft, мы с вами плед «Царство цветов» сможем постелить и в гостиной, и в спальне, и укутываться сами. Вот евроразмер, например, пойдет как покрывало в нашу спальню. А-а-а. Будет чистой всегда и свежей постель, потому что за счет эксклюзивного узора на большой площади – без драпировки очень красиво смотрится «Царство цветов». Пожалуйста, если, например, в гостиной, да, очень хочется обновления, очень хочется преображения, может быть, старенькая мебель, и нужно уже ее, ну, как-то немножечко поменять, и чтобы она выглядела поновее и посвежее, драпируйте на креслах и диванах. Wellsoft мягкий, трикотажный. Посмотрите, какая хорошая получается драпировка. Поэтому ложится по конфигурации мебели очень хорошо. Слушай, Юля, у меня вот такой запрос. У меня обычная квартира, и после зимы как-то, знаешь, надоело, вот это недостаток надоел, мне хочется весну буквально впустить, распахнуть окно, и модные тенденции уже впустила. Хочется, чтобы было нарядно. Будет нарядно с цветами. Посмотрите, весеннее настроение уже шагнуло в ваш дом вместе с нашим спецпредложением дня — мягким, нежным, уютным пледом «Царство цветов». Можете использовать для всей семьи. Это гипоаллергенный, современный материал нового поколения. Мягкий, нежный и пушистый. Это наше специальное предложение дня. Скидка больше, чем цена, но только в рамках сегодняшнего дня. Успейте забрать из прямого эфира прямо сейчас.